Здравствуйте! Всем приветик, кто зашел ко мне на канал. Я вам уже выкладывала видео, где я в лесу сорвала вот уже такой вот уже старенький кустик чабреца. Обычно я всегда, когда мы едем там весной, будет самый такой молоденький, и тогда он очень хорошо приживается и сразу много пускает веточек. Вот. Ну, я сразу, когда весной срываю, там где-то выкопаю этот базилик, сразу в огород, и у вас из одного будет там очень много там. Он очень хорошо распространяется и корнями, корни там воздушные, воздушными корнями, и у вас будет целая плантация. Теперь, вот я уже неделя прошла, как я вот его выкопала. Он старенький, видите, листики еще зелененькие. Я хочу сделать эксперимент. Я сейчас вот его обрежу и посмотрим, через какое время в горшочке будет появляться новенькие, будут появляться побеги. Итак, приступим. Готово. Вот я сделала обрезку очень большую, просто под корень. Вот видите, вот молоденькие вон идут. И мы теперь понаблюдаем, через какое время у нас появятся молоденькие росточки. Потому что я впервые выращивать буду в горшочке. Ну, у меня на огороде полно его. Вот. А я увидела, когда он такой пахучий, думаю, ну посажу себе в горшочек, и пусть в горшочке у меня растет. И будет так и пахнуть, и зелененькие тогда вот брать вот эти вот листики, там заваривать или еще там что-то делать. Ну вот, будем наблюдать. Вон, смотрите, вон маленькие идут. Вот уже из корешков. Так что, дорогие мои, кто из вас будет ехать за грибами, или кто-то там живет рядом с лесочком, где есть чабрец, выкапываем. Я не знаю, может он прирастется, если сейчас еще морозов нет, можно сразу в огород, у кого огород. А у кого огорода нет, значит, вот посадите, как я, в землю. Вот. Все, будем наблюдать.